пути к монастырю Коля ночует в доме дежурной по станции, а наутро уходит, не заметив стоящую на платформе Олю. Тем временем Сахин, прижатый Потемкиным, готов выдать Лупанова, но тот ловко уходит из расставленной на него ловушки. Привет. Привет. Что ты здесь делаешь так рано? Видишь, пью. Понятно. Ты что? Мне что-то домой идти не хочется. Понимаешь, я там такое натворила. Что ты такое натворила, что тебе домой идти не хочется? Понимаешь, к Роберту в начале лета приезжал молодой человек, Андрей. Он сказал, что он его сын. А я всячески пыталась внушить Роберту, что он аферист. И он действительно оказался аферистом? Да нет, в том-то и дело, что он, похоже, это действительно его сын. Ты знаешь, между ними такие теплые, такие близкие отношения сложились, что я испугалась. Всячески пыталась их поссорить и сделать так, чтобы Андрей уехал. Ты знаешь, я получала удовольствие от своих интриг. Это как спорт, как игра. А сейчас что-то как-то не по себе стало. Вот ты гад, ну! Ну? Подумали. Поменялось у вас настроение или нет? Может быть, все-таки изобличим гада, который вас, добропорядочного гражданина, подбивал на уголовное преступление? Да-да, вот именно. Вот именно этот гад и подбивал. В клубе подсел. Я прекрасно вас понимаю, очень хорошо понимаю. Хороший человек в клубе не подсядет. Ну, значит так, он подсел, и дальше что? Ну, он подсел, а я-то при чем-то, а? Он меня спаивал, выпытывал там, потом подбивал. Ну, это я прекрасно вас понимаю. Ну, естественно, мы все прекрасно знаем, что именно он в этом виноват, правильно? Да. Вот. Очень хорошо. А теперь давайте так. Давайте будем все подробно вспоминать, начиная с первой вашей встречи и до самых последних контактов. Я вас внимательно слушаю. Он меня еще подбивал вчера, вот. Да? Ну, давайте с этого места поподробнее. Ну, позвонил он мне, в общем, начал издеваться там, в общем, такое высказывать мне там, мол, ты лох, там, и вообще, и там не можешь справиться, не можешь отомстить, и что я только ору, ору, ору. А вы, естественно, этого не собирались делать, ну, я так правильно понимаю? Правильно, конечно, правильно. Я так просто, я вообще не собирался. Я очень, так... очень хорошо. Хорошо, что мы понимаем с вами друг друга. Да. Естественно, я понимаю, что вы не собирались этого делать, а делали только вид, что собираетесь это делать, чтобы помочь доблестной милиции изобличить настоящего преступника. Правильно? Да, не, да, 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 да. Или, может быть, нет? Да, правильно. Может быть, вы хотели сами отомстить гражданину Лазареву, а теперь передо мной что-то утаиваете? А? Да нет, 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 нет. Я не буду утаивать, ничего не буду. Все как есть, так и расскажу. Честное слово. Ну, очень хорошо. Очень хорошо. Извините, пожалуйста, а вы не видели девушку? Тут, ну, вот недавно приехала, блондинка такая.
родинка еще красивая. Да тут все в платочках. Не разглядишь, блондинка или нет. Понятно, извините. Да ты погоди. Ты матушку-настоятельницу спроси. Она-то всех знает. Тут же как, кто-то приходит, кто-то уходит. Спасибо. Спасибо. Ну и вот. Так. Он меня заводил, типа, если я мужик, должен отомстить этому художнику. В общем, да я и поддался, и пообещал. Ну, это ничего удивительного, ничего удивительного. Это абсолютно не бросает тени на вас. Потому что он обладает психологическими методиками. Да. Да. Вот только ни имени, ни фамилии, ни машины, я его не знаю. Мы-то с ним на такси все время ездили. Угу. И телефонов вам не оставлял, да? Да нет, говорит, сам тебе звонить буду. Так что, в общем, никаких концов. Ну, не волнуйтесь, вы возможности нашей милиции еще пока не знаете. Скажите, это он вас подбил? Во, вот это угаденыш, это он виноват. Ну, конечно, 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 я понимаю. Но вы должны понимать, чтобы изобличить этого человека, который подбивал вас совершить преступление, то есть покушение на гражданина Лазарева, нужна ваша помощь. Вы должны это понимать. Потому что если мы этого не докажем, то получается очень скверно. Получается, что вы по собственной инициативе пытались договориться с гражданином, который вот сейчас, в данную минуту, сидит в соседнем кабинете. Так, а мне-то зачем-то? Я так пообещал. Я так понимаю, что вы готовы помочь следствию. Очень хорошо. Очень хорошо, что мы понимаем друг друга. Ну, тогда давайте с вами обсудим, что мы будем делать дальше. Конечно, конечно. А что бы мне помочь-то, родной милиции? Сейчас обойдем. Значит так. Вот. А теперь этот Андрей приедет на свадьбу. И вот здесь мой обман раскроется, и я не знаю, что мне делать. Правду говорить, что делать. Но если я скажу правду, то я точно потеряю Роберта. А если я промолчу, то есть шанс, что ничего не раскроется, никто ничего не узнает. Правильно. Давай. Живи под вечной угрозой разоблачения. А может, интриги вскроются? А ты бы смогла простить обман? Нет. Только я всегда одно хотела бы знать правду. Вот и Роберт не простит. Я не хочу его терять. Раньше надо было думать. Тебе легко говорить. Тебе-то терять нечего. А и правда нечего. Здравствуйте, это Роберт Герц. Здравствуйте, Роберт Андреевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Элла Андреевна на работе? Нет, пока еще нет. Нет, я понял. Пожалуйста, я вас очень попрошу, как только она появится, перезвоните мне, пожалуйста. Обязательно, Роберт Андреевич, перезвоню. Благодарю. Здравствуй, Антон. Скажи, пожалуйста, ты можешь срочно приехать? А это необходимо, да? Да, необходимо, даже желательно. Понимаешь,
целое что-то непонятное творится. Буквально вчера у нее были какие-то там, не знаю, предчувствия, а сегодня она просто исчезла. Ее нет ни в офисе, ни дома. Я даже не знаю, где ее искать. Мне очень нужна твоя помощь. Хорошо, тогда сегодня возвращаюсь. Спасибо, друг. Давай, жду. Вы хотели меня видеть? Да, я хотел поговорить по поводу Ольги Кузнецовой. Блондинка такая красивая. Ну, она, наверное, вам рассказывала. У нее еще сына украла родная сестра. Да-да, я знаю, о ком речь. Только Ольги у нас нет. Она уехала. Когда? Сегодня утром. Наверное, 9-часовым поездом. Как же мы могли разминуться? Следующий поезд через 2 часа. Ну, ладно. Спасибо. Постойте, постойте, вы рисунки свои забыли. Можно посмотреть? Да, посмотрите. В ваших рисунках много печали. Вы страдали, эти люди причинили вам боль. Простите их. Да я сам не знаю, кто эти люди. Может, когда-то знал, но забыл. Это разные вещи. Забыть и простить. Простите их. Можешь нас поздравить. Мы выяснили кое-что очень-очень интересненькое. Понимаешь, для того, чтобы установить материнство, обычной экспертизы недостаточно. Потому что она может показать все, что угодно. И вот для того, чтобы установить, кто мать, нужно провести какую-то там специальную экспертизу. Вот, и это нам дает право посмотреть совершенно другими глазами на ту прошлую экспертизу Ани и Оли. Понятно. Я смотрю, тебе это очень интересно. И вообще, куда ты собираешься? Да интересно, ну, просто надо ехать. В общем, позвони мне. Так что вам удачи там довести дело до конца и свяжемся. Правда, надо ехать. Давай. Ну, раз надо, так надо, доведем. Счастливо. Антон, может, ты уделишь мне? Ну ладно. Значит так, я сейчас поеду в больницу к Лизе съезжу, Симчик. А ты уж не можешь посидеть с Сереженькой часика-два? Ну там долго-то все равно к ней не пустят надолго. А съездить-то надо навестить. Бабра, езжайте, не беспокойтесь. Конечно, посижу. И тебе не трудно? Ну а чего ж тут трудно? Это ж удовольствие сплошное. Как же я давно с этими малышами не сидела. Как же я соскучилась-то. Ой-ой-ой-ой. Да. Соскучилась. Да? А сколько лет уж? Давно, бабрай, давно. Ну, ладно. Ну, я поехала. Алло, Потемкин. Это я. А, узнаю, добропорядочный гражданин. Вот вы просили сообщать мне, если тот человек будет звонить. Ну да, и он звонил?
Звонил только что, вот, только я пришел домой. Вы сказали, как мы договорились, все, что я просил? Да что я не хочу больше участвовать в этом, и что пусть все будет, как будет. И как он отреагировал? Не знаю, он хмыкнул как-то неопределенно и трубку повесил. Ну ладно, хорошо. Но помните, что изобличение преступника, а тем самым подтверждение вашей невиновности, зависит только от вас. Понятно? Конечно, конечно, я четко это понимаю. Ну ладно. Делаем все по плану. Будем держаться на связи. Пока. Здорово. Привет. Ну и как дела, Григорий Павлович? Да пока никак. Но у меня очень хорошее такое радостное внутреннее ощущение. Еще немного, и мы этого Лупанова возьмем. Ну что, скажи мне, Серега, а у тебя какие планы на вечер? Телевизор смотреть? Да нет, вроде. Вы же мне хотели какое-то поручение дать. Ага, угадал. Поручение то же самое. Попрактиковаться в актерском мастерстве. Ну, понятно. Подурить голову тем, у кого есть уши, и будем надеяться, что это будут уши Лупанова. Ну, разумеется, на чужих головах. Да, а если вдруг увидишь уши Лупанова на голове Лупанова, то можешь и помолчать. Хорошо, я просто вмажу четко между ушей. Ну да, вот-вот, и попадешь прямо в самую точку. Потом скажешь, извините, пожалуйста, был пьян, вспылил. Ну да, прошу прощения, признал свою ошибку, и вызывайте милицию. Ну ладно. Нет, Серега, у меня к тебе немножко другое задание. Пойдешь сегодня вечером в клуб, понаблюдаешь за одним очень положительным персонажем. Он попытается сегодня разговорить Лупанова. О, как? Вот так вот. Понял. Ну, давай. Антон! А? Что, так срочно Роберт тебя вызывает, да? Да, звонил и... Что, ты целый? Ну, ищет ее. Надо ехать. Видишь, что ты добился своей правды? Ты теперь доволен? Ты предлагаешь что, ложь поддерживать мне? Я не буду это делать, Жан. Зато очень много пользы от твоей правды. Ну, тут только одно разрешение, ну, правда. Одно. Всем это... утопиться, да? Жан, ну... Ну, Элла должна сама все рассказать, неправда. Он ее любит, он простит, поймет и... Ты сам-то хоть веришь в то, что ты говоришь? Неужели ты действительно думаешь, что вот так вот просто взять все и разрулить сейчас? Не знаю. Наверное. Пойду. Наверное, ты и в Деда Мороза веришь. Всего доброго. Прости. Сестру хоть поддержи. Слава, долго стоять будем? Еще минут пять. Хорошо. Скоро поедем. Угу. Что с вами? Что? Вам плохо? Нет. Не, мне... Не, все нормально. Что-то с ним не то. Вы нормально себя чувствуете? Да. Да, нормально. Ну, ночью вам плохо? Нет, 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 ну неужели, не... Приступка. Неужели это... Нет, ну... Что с вами? Может, вам врача? А? Может, вам врача вызвать? Слава. Врача, помогай, быстро! Помогай. Сейчас врач придет, сейчас. Кто там? Это я, Александр, открывайте. Ну, открывайте, открывайте. Здравствуйте. Здрасте. Что трезвоним? А где Сережка?
А я его только что спать уложила, а вы тут трезвоните. Ну, отлично, значит, я его по-тихому заберу. Что? Стойте там, никого вы не заберете. Подождите, это мой сын, вы понимаете? Значит так, с женщиной будем драться, да? Ну, давайте, давайте, будем драться с женщиной. Сюда его Аня принесла. И пока его родная мать не явится, никому не отдам Сережку. Ждите так. Олю. Значит, спокойней. Вы вообще понимаете, что вы делаете или нет? Вы вообще посторонняя женщина. Кто посторонний? Я посторонняя? Да, вы посторонняя. Да я Серафима Владленовна. Жанна, вы поссорились, что ли? Да, поссорились. Ну, расскажи, что случилось-то. Да просто там история такая очень некрасивая получилась. Интрига, можно сказать, с сыном Роберта, с Андреем. Там я участвовала, Элла и Антона мы втянули. Так Антон сейчас требует, чтобы Элла все рассказала, прямо перед свадьбой Роберту, понимаешь? Ну, он молодец, правильно считает. Зачем начинать с вранья? Угу. Вот это вот его принципиально сейчас может все разрушить. И правда здесь совершенно ни при чем. Правда, кстати, в таких вещах самая правильная тактика. И Антон прав. Угу. Ему свою совесть нужно успокоить. А то, что сестра останется у разбитого корыта, и то, что Роберт ей никогда этого не простит. Ему совершенно наплевать на это, понимаешь? Ну почему ты решила, что Роберт ее не простит? А? Потому что такое не прощают. А настоящие мужчины прощают. Спасибо, любимая. Ничего, я вам не мешаю, нет? Жанночка, ну послушай, просто у нас была подобная история. Да. Я очень некрасиво поступила, правда, с чужой подачи. Но была виновата, и поэтому правда всплыла в какой-то момент. Ну, немного очень-очень-очень-очень некрасиво поступила. Но теперь зато я рад. Мы друг другу говорим правду. Mm-hmm. У нас же нет никаких секретов друг от друга. Нет, а? Никаких секретов. Mm-mm. Слушай, мне кажется, что Элка действительно должна все Роберту рассказать и разобраться с Андреем. И тогда у всех все будет очень хорошо. И вам будет счастье. Ну, Жан. Вы дурачки какие-то, понимаете, наивные. Слушай, как ты отнесешься к тому, чтобы поцеловаться с наивным дурачком? Да, отлично. Вопрос решен. Ну что, стрейфил, герой? Слышь, а ты меня на слабо не бери. А зачем мне тебя на что-то брать? Ты только кричать умеешь, а когда дело? А. Да какого такого дела? Ты что это имеешь в виду? Видишь, братец, ты все забыл. А ведь мы с тобой договорились ботинками торговать. Эх ты, пить меньше надо, а? Ты, наверное, имеешь в виду этого художника-гада, да? Я не знаю, про какого гада ты говоришь. Вот у меня есть, например, два друга-художника. Оба талантливейшие, интеллигентнейшие люди. А с гадами я не вожусь.
и тебе не советую. И неважно, кто это будет. Милиционер, художник или еще кто-нибудь. Слушай, ну что за грубая работа, а? Ты же ее спугнул. Да я все, что смог, сделал. Хитрый гад. Испортил ты все. Ух ты! Кто пришел? Здрасте. Здрасте. Анечка, я что-то не пойму, а ты где была? Еще Сережку увезла неизвестно куда. Мне ничего не сказала. Между прочим, там с ним чужая тетка. И меня к сыну она не пускает. Аня, я вообще-то с тобой разговариваю. Ты куда пошла? Ань. Ань, что происходит? Где ты шлялась-то всю ночь? И день. Ань. Тихо, пожалуйста, спать хочу. Я не дам тебе спать, пока ты мне не объяснишь, где ты была. Аня, у нас договор с тобой. Ты что, загуляла от меня, что ли? А, жена? Свет выключи, пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Голова болит? Дайте мне телефон. Телефон мне нужен. Телефон у нас в другой комнате, а вам надо полежать. Дайте мне телефон, мне позвонить надо, мне не надо лежать. Он у меня в сумке в моей, дайте мне телефон. Исключено, вам сейчас надо полежать. Мне позвонить надо, мне не надо лежать, дайте мне телефон. А где его сумка? Да вот, пожалуйста. Давайте. Алло, Евгений Васильевич, да, это я. Да. Мне кажется, я все вспомнил. Да, вспомнил. Ах ты мой хороший. Сим. А Вань-то хоть мрачный, но слава тебе, Господи, не пьет, а? Да уж сколько можно, бобрай. Уже хватит. И потом уже, знаешь, как-то привыкать к новым обстоятельствам, да, к новой жизни. Да? Да. Да. О, Господи. Бобра, это опять Саша. Теперь вы идите, а то он меня убьет. Ну, я ему сейчас.
Но я ему сейчас. Ну что ты? Бабушка. Ой. Олечка! О, Оля. Олечка. Сережа, иди к маме. Сыночек, иди ко мне. Маленький мой, ты здесь. Ты здесь. Ты здесь, мое сокровище. Беленький мой, родной. Никогда, никогда больше с тобой не расстанусь. Слышишь, прости меня. Ты мальчик. Сыночек мой. Папа. Здравствуй. Папочка. Что с тобой, пап? Пап, прости, я виновата, я знаю, я вас заставила столько страдать, родные мои, простите меня. Но теперь ведь все хорошо, правда? Прости меня, дочь. Прости. Коленька, я тебя настоятельно прошу, никому не говори, что к тебе вернулась память. Евгений Васильевич, если вы мне еще объясните, почему я не должен об этом говорить? Пожалуйста, это крайне опасно для твоей жизни. Просто поверь мне. И все-таки. Коля, есть люди, которые еще тогда причинили тебе очень много зла. И вот если они узнают, что ты все вспомнил, они просто убьют тебя. Вот поэтому я ничего и не говорил. Я боялся за тебя. Евгений Васильевич, не надо прикрывать меня словно маленького. Что суждено, то суждено. Мне что, теперь трястись от страха и прятаться всю оставшуюся жизнь? Ты не всю оставшуюся жизнь, но сейчас тебе ни в коем случае нельзя возвращаться в город. Это еще почему? Я ни в чем не виноват. Почему я должен где-то прятаться и скрываться? Это исключительно в твоих интересах, поверь мне. Коля, задержись немного, пока все не выяснится. Я не могу задержаться здесь ни на час. Вы понимаете, Оля вернулась домой. И я должен ее увидеть. Коленька, всего несколько дней. Для меня эти несколько дней... Коля... Знаешь что, давай так, если Оля действительно приехала, я свяжусь с ней и договорюсь, чтобы вы встретились. А ты пока побудь у ее бабушки. Бабушки Рая в Рябовке. Ну да, ты помнишь, где это? Да, помню. Почему? Выходит, я трус. Испугался сам, не знаю кого, и должен заползти в нору, чтобы там отлежаться. Нет, Евгений Васильевич, не нравится мне это. Ну не создавай ты проблем, ну не только себе, но и Оле. Ну ты знаешь, как она извелась вся, как она переживала, когда вот ты долго не возвращался домой, когда ты пошел мстить этому ее обидчику. Коля, ну пожалей ты ее. Ну вам же еще жить да жить. Хорошо, Евгений Васильевич, говорили, поеду в Рябовку, пока побуду там. Вы обещаете мне, что расскажете Оле все? Поможете мне встретиться? Обещаю. Конечно же, я это обещаю. Что-то я не понимаю. Отец какой-то странный. Что с ним? Ну как, что странный-то? Переживает просто. Пока тебя не было, он перенервничал. Ну, а теперь что, он боится перенервничать от того, что я вернулась? От радости? Да что-то я и особой радости в нем не увидела. Оль, не говори так. Он очень-очень-очень рад. Потому что... сердится, господи. Он просто на тебя сердится. Ты исчезла в неизвестном направлении, никому ничего не сказав. Ну, правильно, конечно, сердится.
Ну, ты что, не знаешь характера своего отца? Да в том-то и дело, бабушка, что знаю, что если бы он сердился, он бы мне сейчас такую Кузькину мать показал. Вот что, вы подержите? Да, конечно. А я пойду с папой поговорю. Куда? Ну-ка, здесь, верни сейчас же. Не надо его беспокоить. Он в таком состоянии, правда? Вообще, он в себя прийти, может быть, не может. Лиза в больнице на грани жизни и смерти находится, можно сказать. Что? Мама на грани жизни и смерти? Да, нет. Что ты? Нет, ну сейчас гораздо лучше. Она болела, но сейчас гораздо лучше. А вот отец до сих пор не может прийти в себя, ты понимаешь? Ну, как его состояние? А потом, ты знаешь, у нас еще Анечка пришла к нам. Принесла к нам Сереженьку, а сама исчезла. Ну, представляешь, какой у него стресс? Вот поэтому он тебя так и встретил. Знаете что? Нет. Я все же с ним поговорю. Ой. Ой. Мамка у тебя непослушная. Да. Думаете, поймали, да? Как бы не так. Ах, майор Потемкин. Но нельзя же быть таким наивным. Что-то случилось? Нет, ничего. Пап. Я же вижу, что что-то случилось. Поговори со мной, пожалуйста. Пап, ты сердишься на меня, да? Мама из-за меня в больницу попала. Я знаю. Пап, ну поругай меня. Ну, хочешь, поругай меня, правда. Я знаю, я виновата. Я опять ушла, заставила вас волноваться. Пап, ну... Ну, накричи на меня, хочешь, пап? Ну, накричи, ну, вот такая у тебя непутевая дочь, ну, пожалуйста. Папочка, ну, что ты молчишь? Ну, только не молчи, пожалуйста, папочка, ну, не молчи, пожалуйста. Пап, что тебе такого сказали, что ты стал таким чужим? Знаешь? Ну и что? Что это меняет? Я же все равно люблю тебя. Ты же все равно мой папа.
Софья Григорьевна? Здравствуйте. Мое почтение, дорогая Софья Григорьевна. Ну, если вы звоните, чтобы пожелать мне спокойной ночи, то большое спасибо. Ну что вы, Софья Григорьевна? Еще не вечер. А я вот просто горю желанием встретиться с вами. Слушайте, если до завтрашнего дня не сгорите, звоните завтра. Может, и встретимся. Да мне впору молиться, Софья Григорьевна. И погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянин. Софья Григорьевна, мне нужно срочно вас видеть. Владимир Николаевич, а скажите, пожалуйста, почему нельзя поговорить об этом по телефону? Что за спешность, что за необходимость сейчас приезжает, скажите? Видите ли, это не телефонный разговор. И долго я вас не задержу. Хорошо, да, хорошо, приезжайте. Спасибо. Спасибо, дорогая Софья Григорьевна. Буду через 10 минут.